Магаданский ГЛУД активно занимается уборкой снега на проезжей части магаданских дорог. После двухдневных неблагоприятных погодных условий и большого количества осадков город крайне нуждается в помощи спецтехники. Сейчас проводится уборка снега по улице Вострецова. Снег легкий да пушистый, справимся быстро, все уберем. На уборку снега задействовано 6 КАМАЗов. На данный момент у нас сейчас тут на участке работают 3. Еще потом, получается, после обеда еще будут 3. Ну и сам вал. Комбинированные дорожные машины ГЛУД работают по основным городским маршрутам. В дневную смену задействованы 36 единиц спецавтотехники предприятия. 3 автогрейдера ведут срез, наката и расширение проезжей части улиц Вострецова, Советской, Речной, Транспортной и других. Специалисты комбината зеленого хозяйства продолжают санитарную очистку городских территорий. Расчищают от снега лестницы, тротуары, межквартальные проезды. Задействовано 27 единиц спецавтотехники и 66 специалистов ручного труда. Городские службы ведут расчистку областного центра от снега круглосуточно в 2 смены.